Я изучила заметки Кэролайн. Нью-йоркские бойцы сопротивления прячутся на верхних этажах стейт-билдинг. Сет? Да? Как я понимаю, до такой высоты радиация на терпимом уровне? Да. Ясно. Однако просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолеты собьют. Мы можем выйти на связь, сообщить, что летим? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но так и не нашла. Значит, дойдем пешком и поднимемся. Познакомимся сразу лично. Пешком. Весь город загрязнен радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды мы получим там смертельную дозу. Вот. Посмотрите. Это броня. Она защищает от любого излучения. Значит, ты пойдешь в одиночку, Кэп. Хоть посмотрю большое яблоко. Бомбата, ты ведь его... подбросишь? Легко. Да, босс. Могу я вам помочь? Пять градусов. По левому борту, пункт прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю, я из Техаса. Господи боже. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Снова Зарбабай. Мы продолжаем проходить игру Wolfenstein 2 The New Colossus. Итак, мы с вами, получается, уже что, в Вашингтоне, да? Мужчины, женщины, дети. Но я все равно слышу. Окей. По идее, тогда здесь как бы нациков-то не должно быть, раз здесь радиация. Есть только эти механизированные собачки, так вот они могут быть. Мне написали кучу комментариев, советов. Спасибо вам большое за все это. По поводу улучшений, по поводу всего остального. Так, это у нас какая-то зарядка получается, да? Так, по-моему, у меня нет такого ружья. Для зарядки-то, ну? Правильно? Да, вроде правильно. У меня только как раз... автоматики с собой возьму, на всякий случай лучше. Так, мне в эту трубу, а здесь у нас... Нет, смотри, вот это получается у нас пушка-то есть, почему я не могу поставить? Максимум, ну-ка она по цифрам может получится, раз. Это пистолет. Так, вроде как можно было ставить там улучшение. Это не то. Это не то. Так, забыл, на какую кнопку там это ставится. Ладно, потом разберусь. На 2 у нас пистолет-пулемет. 3. По идее, автомат. 4 ничего. И 5. И 5 то, что мне и нужно. Так, а 6 у нас тоже, в принципе, ничего. Ладно, поехали. Так, аптечка, это наверное, понятно. Наверное, можно выбить этот люк изнутри. Хорошо, ладно, сейчас выбьем, посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь с вами есть аптечки, правда, они на время. Потому что у нас здоровье слабовато. Не понял. Ты ж, по идее, должен был. Нет? Ну-ка, еще разок. Ты же вроде такой же. Нет, зараза, не такой. Может, тогда в костюмчике надо прыгнуть? Бляха-муха, не хочет собака? Стопэ.
Меня сейчас это в ступор ввело. Подожди. Мы сейчас точно такую же дверь смогли взорвать. А сейчас почему-то не смогли. Может быть, тогда надо, как сказать, погружаться сюда? Здесь погружение? Да нет. Тут абсолютно полная фигня. А, нет, можно погрузиться. Можно погрузиться, но я здесь особо ничего не вижу. Может быть, что-то есть на дне? Так, кислород заканчивается, товарищ, всплываем. Могли бы в костюмчик добавить побольше кислорода? Не, подожди, я что-то не понял, тогда как мне пройти? Изнутри. Фу ты, ё-моё, серьезно? А в чем разница-то между вот такой же, точно такая же, ничем не отличающаяся? В чем прикол-то? А, это... Я думал, это люк вниз, блин. А это, оказывается, крышка была, блин. Ёшки-матрешки, хоть бы сразу сказали. Я что-то думал, что это люк, а это, оказывается, просто отлетела крышка и валялась на полу. И поэтому ничего не происходило. Так, что есть? Максимум патронов. Ну, пошли наверх. Кэп, Манхэттен, Нью-Йорк. Ты там? Кэп, связь очень хреновая. Проберись через город к зданию State Building. И берегись. О боже, моя башка. О, у меня что-то голова кружится. Кэп, берегись немецких поисковых отрядов. Вот что я хотел тебе сказать. Ладно, спасибо. Офигеть. Можно так сказать, что Нью-Йорка почти нет. Остались только одни развалины. Блин, до этого Empire тёпать и тёпать очень далеко, блин. Не могли как-нибудь мне поближе высадить? А, ну туда, наверное, смысла нет идти. Да ладно, серьезно? Ну, видать, у них тоже есть какие-то хорошие костюмчики от защиты от радиации. Так, топорик мой будет работать здесь, в действии? Отлично. Работает, работает топорик. Да, у них тоже какие-то защитные костюмы есть. Желтенькие такие, вроде как издалека их хорошо видно будет. Блин. Серьезно? Это если бы он был бы один, я бы давно его уже грохнул. Но эта собака не одна здесь, их два тут. Блин, нет тайного прохода. Было бы классно, если бы мы сейчас разошлись бы. Может, кстати, они разойдутся, когда закончат диалог. Потому что там-то есть проход. Но просто если я пойду по прямой, меня сразу запалит этот чувак, он.
Вон та собака. Это там пофигу, а вот этот запалит меня. Ну, разойдитесь, друзья. Разойдитесь. Да серьезно, что ли, бляха-муха? Пипец. Откуда ты вылез, товарищ? Вот откуда ты вылез? Меня спалили. Вот тебе весь стелс. И все заныкались. Зараза. Где пес, который здесь был? Как спалил? Где-то здесь есть этот один. Минус один. Так, еще один должен быть. Ну, покажись, зараза. Где-то же тут собака должен быть. А, отлично. Молодец. Блин, я от него, получается, еще дальше отдаляюсь. На тебе в жопень. Так, ну по идее все. А, нет, вот еще товарищи пришли. Блин, там была взрывная канистра. Отлично. Так, стопы. Надо, во-первых, вернуться, потому что у того товарища есть код Энигмы. Это максимально? Максимально. И, возможно, здесь что-то есть полезное. Ага, тут была лестница. Где он тут? Блин, вот тебя товарищ заныкало. Отлично. А, окей, хорошо. Выбраться мне здесь уже не дадут. А, нет, дали, хорошо, спасибо. Спасибо, что дали выбраться. Так, где вход-то? Не вижу здесь ничего полезного. Класс. Аптечка. Но никакой коллекционки здесь нет. Ну или, по крайней мере, я не вижу. Я думал, вы уже все. Это он меня сидел тут ждал, что ли? Ну ты даешь. Вот у тебя терпения много, товарищ. Блин, тут пипец разруха. Опа. Есть эскизики. Я, кстати, один эскиз еще упустил на подлодке, но я думаю, мы с вами его потом поищем, найдем.
Так, а здесь получается, что есть какие-то коллекционки, да? Манхэттен. Это что, столько золота, что ли, в Манхэттене? Серьезно? Это столько коллекционок? Офигеть. Игрушки Макса? Тоже в Манхэттене? Блин, почему-то нельзя, знаете, как... просто вот навёз, да, и здесь поменялся в обзоре. Но этого почему-то нет здесь. Оп, стопэ. Вот этого реально нет. Не, ну я все это дело искать не буду. Это просто реально задрачивание уровней. А на это просто тупо нет времени. Отлично. Так, комплект улучшений. Тяжелое оружие, на пистолет, число компонентов улучшений 2. Магнум, увеличенный магазин. Глушь. О, кстати. Разблокирует улучшение оружия. Получить доступ к этому. Да, получить, конечно, доступ к этому улучшению. Замечательно. Увеличенный магазин могу сразу поставить? Могу. Магнум. А, у меня всего их 2. Отлично. А, вон оно как делать. Короче, находишь ты компоненты улучшений и просто тупо улучшаешь их. Все, ништяк. Улучшить свое оружие. Все, ништяк, супер, я разобрался с этим вопросом, как улучшать. Все, ништяк. Теперь у нас есть с глушителем пистолет. Все прекрасно. Не нравится мне этот звук. Ой, не нравится. Мне вниз надо прыгать, да? Блин. Сейчас такую шумиху создам. Так, ну вот, сигнал. Карточка звезды нашлась. Себастьян Хофф. Да, они там походу пылесосят, что ли? Ха. Ай, блин. Опять есть офицер. Опа, золотишко нашли. Это золото? Окей. Блин, ну офицер-то далеко находится. Тут ничего нету. Бляха-муха. Он где-то получается вон в том доме, да? Пес. Это все боеприпасы, это мне не надо. Мне надо найти теперь спуск. Как выйти? Я, в принципе, вижу аптечки. Так, ну они где-то здесь болтали. А, вон летает в натуре. Летающий дрон. Отлично. Пробрались. Максимум топориков — это хорошо. Что это такое? Газетенка. Система «Адская буря» остановит немецкие ракеты. 12 декабря 1948 года. Вашингтон. Мы не допустим повторения трагедии на Нантакете, заявил вчера на пресс-конференции генерал Леонард Тройден из Восточного штаба противоракетной обороны, ВШПО. В январе мы введем в эксплуатацию новую систему противоракетной обороны «Адская буря», которая защитит все крупные города восточного побережья от немецких ракет большой дальности. Обнаружив вражеские ракеты, экспериментальная система «Адская буря» выпускает огромный рой вольфрагментов
вольфрам карбидных пуль, разрывающих в клочья все на своем пути. Как недавно заявил профессор МТИ Гордон Оссов, новая система ПРО способна остановить ракету Фау-3 до взрыва с невероятностью лишь 17%, но его расчеты были объявлены пораженческой пропагандой. Подняв щит в новом году, мы возобновим боевые действия в Европе, сообщил генерал Тройден. Поверьте, это событие станет поворотной точкой в войне. Да уж, ну и стало, конечно, у вас поворотная точка. Опа! Вот это ты реально слепой. Я пошел, наверное, вниз. Мне надо вырубить сначала офицера, а потом уже всех остальных. Вот ты, бляха-муха, товарищ. Отлично. Хорошо. Очень хорошо. Так. Тут есть много чего заныканное. Во-первых, еще одна карточка звезды. Ван Мартин. Броня. Что-то, кстати, тоже неплохо. Так, я, походу, от него отдаляюсь. Может быть, он наверху находится? Там же тоже вроде как была лестница. Мне просто бы от него бы избавиться, от этого офицера, а потом дальше уже грами кого хочешь. Как хочешь, где хочешь. Ах ты, не везет мне в стелс сегодня. Стелс сегодня не мой. Он, кстати, может залететь, да? А он тут не один. Еще одни эскизики, чтобы не посмотреть. А он тем более один. Окей. Главное, такой слепой был. Такой слепой был. И потом бац увидел. Я тут пока на него наводился. Надо было быстрее это дело делать. Ну, да ладно. Что сделано, так сказать, то сделано. До свидания, товарищ. Отлично. 80 метров, теперь пойми, где он находится, да? Бегает же тоже пес. Да блин, не топориком надо было кидать-то, ну. Позицион, я что-то не понял, как мне сюда выйти тогда. Так, ну-ка, фашисты, помогите понять, как сюда выбраться к вам. Короче, прыгаем вниз и все. Ладно. Не хочешь по-хорошему, сейчас будет по-плохому. Так, где чертов офицер, а? Где чертов офицер?
спуститься в метро, блин. Офицер, иди сюда, блин, собака. Ух ты, какой ты тут у нас здоровячок, боровичок. Воу-воу-воу-воу. А знаешь что, классная у тебя пушка. Мне понравилось. Ох ты, неплохо. А, готов офицер, да? Отлично. Офицер готов. Пусто, пусто. Но это опять какое-то временное оружие, блин. Так, код Энигмы есть, хорошо. Но это он будет бросать сейчас, понятное дело. Да, не бери ты, пожалуйста. Вход в метро. Где вход в метро? Вот вход в метро. О, какие у них прикольные тачки. Прям как у этих, в Звездных войнах. Так, можно прыгнуть отсюда, получается. Может мне так и прыгать? До стейт-билдинг идти далеко. Кэролайн, поможешь пройти этот путь? Поможет. Минус собачка. Две собачки. Еще две убежали, да? Класс. Ну и что, они не вернутся, что ли? Странные собачки, ладно. Где-то рычит? А, вон тварь. Еще есть? Не, вроде должно быть чисто. Опа, еще одно золотишко. Да ладно. Спасибо. Сдох. Хорош. Так, ну тут вроде как без офицеров, все прекрасно. Твою ж дивизию! Все-таки здесь есть крокодилы. Бляха, проклятие. Надо было слушать Бомбату. Да не говори, блин. Все-таки здесь есть крокодилы. А, ради карточки, да, я сюда шел? Джой Монтгомери. Ну окей. Не ори, товарищ, ты чё? Разорался-то. Опа, сохраняшка прошла. Тут опять будут крокодилы? Надеюсь, что нет. Найти выход. 62 метра до того выхода. То, что ты так орешь, и что тебе в голову стреляет, ты вообще не должен орать, по идее-то.
Ничего здесь нет. Броня есть. Аптечка. Вот у них тут, блин, бляха-муха, лабиринты. Серьезно? До свидания. До свидания. Блин, ну не так все просто будет, да? Ай, зачем взял? Посмотрим, можно ли запустить этот старый состав. Ага. Ну давай посмотрим. А, как будем заходить? Отсюда обходить? Блин, я, наверное, тебя брошу здесь, товарищ. Поваляешься тут мне немножечко. Опа, опа. Еще улучшение. Ну, давайте посмотрим. Сразу, наверное, закончим с пистолетом. А, есть какое-нибудь описание магнума? Увеличить урон и мощную атачу. Все отлично, хорошо. Улучшаем. Все, значит, пистолет прокачали полностью. Дальше можно, в принципе, прокачать... Пулеметик, да, тут как... А, нет, штурмгевер. Снайперский прицел будет. Хорошо. Будем качать его. Так, броню я возьму. Нельзя, максимум. Это тоже максимум. Блин, плакаты берутся? Нет. Ну, поехали. Так, электричество подано. Найду управление и попробую сдвинуться. А, управление чего? А, вот управление поездом, отлично. Да ладно. Крупный, но бесполезный. Да ё-моё. Ай-яй-яй, брось здесь. Да, брось, говорю тебе. А почему я так пройти не мог-то? Состав заграждал, что ли? Проход. Поехали.